Рассмотрение дела главного редактора интернет-издания «Страна ЮЭ» Игоря Гужева апелляционный суд Киева перенес. Следующее заседание состоится 14 июля. Причина формальная. Из суда первой инстанции в апелляционный не успели передать документы. Напомню, прокуратура подала ходатайство об увеличении суммы залога с 544 тысяч до 3 миллионов 200 тысяч гривен. Это практически в 6 раз больше. Такой резкий скачок в прокуратуре пояснили тем, что якобы Гужева собирается покинуть страну. Но, по словам самого главфреда, следователи фабрикуют дело, а билеты, найденные при обыске в редакции, якобы принадлежат его сыну. Я так понимаю, они попытаются, увеличивая сумму залога, одновременно взять меня под стражу, чтобы снова бросить в тюрьму и не дать мне заниматься своей идеей работы. Это и есть их основная цель. Они изъяли у меня в портфеле билеты моего сына в языковый лагерь на август этого года. Никаких оснований для того, чтобы обвинять меня в нарушении каких-то мер пресечения, которые ко мне ранее применялись, нет.